Всем привет! У нас сегодня в обзоре суперкомпактная и очень крутая палатка от фирмы Трамп, модель под названием Калибри. Она называется Калибри не просто так. Она легкая, она удобная и она комфортная. Эта палатка разработана специально для тех людей, кто любит пешие походы, кто любит кататься на велосипеде, либо кататься на мотоцикле, потому что с тобой можно взять палатку, остановиться, отдохнуть. Идеально подходит для весны, осени и лета. Теперь внимание, немножечко особенностей этой крутой палатки. Хочется обратить ваше внимание, что в этой палатке имеется два входа. Два входа – это комфортно, удобно и, конечно же, больше свежего воздуха, так как эта палатка рассчитана на двоих людей. Давайте откроем и посмотрим, какая же она изнутри. Так, открываем дверь. Она у нас здесь сворачивается по линии молнии. Все очень легко. Крепится за специальные петли. Вот, я думаю, они вам здесь видны. Так, закрепили. Затянули снизу. И еще затянули чуть-чуть ниже. Это мы здесь возьмем, проденем. И вуаля, готово. Можете обратить внимание, что там имеется маленький тамбур. Там может поместиться 1-2 рюкзака среднего размера. Итак, поехали дальше. Специальная дверь, которая имеет москитную сетку, предназначена для защиты вас в ночное время, либо же в дневное время, от насекомых. Так, это мы открываем. Сбоку имеется специальное сетчатое отделение, куда можно положить эту дверь. Так, кладем. Сначала устанавливается нижняя часть, внутренняя часть палатки, а потом уже сверху натягивается тент. Тент у нас из полиэстера и защищает от ультрафиолетового излучения. Пол у нас из полиэстера и сама палатка у нас дышащая. Также хочется обратить ваше внимание, что по бокам имеется маленькие сетчатые кармашки, куда можно положить свои мелкие необходимые вещи. Во всяком случае, это крутая палатка, но только если вы крутой любитель приключений. Огромные, большие, маленькие, средние, для кемпинга, для пешего туризма. Огромный выбор палаток есть на сайте mandrivnik.com.ua.